Два дня остается до главного политического события прямого эфира с главой Дагестана. Она пройдет 25 января. От жителей региона в адрес Сергея Меликова уже поступило свыше 1900 обращений. В основном вопросы касаются качества энерго- и водоснабжения, а также медицинской помощи и лекарственного обеспечения. Каждый из поступивших обращений на особом контроле. Обращения продолжают приниматься. Их можно отправлять ежедневно по номеру 98 90 74 в будние дни с 9 до 18 часов или через портал вопросмеликову.ру. Прямой эфир будет транслироваться на каналах РГВК и ГТРК «Дагестан», ННТ, на радиостанциях «Страна гор», «Ватан», «МТВ-столица», а также в социальных сетях и в целом ряде телеграм-каналов.